У нас герой Ломоносов. И задумайтесь, что он программирует. Любой человек из любой деревни, если он талантлив, он должен попасть в университет сегодня, в лучший университет. Не потому, что у него папа или у него денег куча, а потому что гению должно быть, он должен иметь возможности для того, чтобы пробиться своим трудом. Ну, неважно, своим трудом, своим талантом. Человек должен иметь возможность пробиться. Вертикальная мобильность должна быть. Как только у нас вертикальная мобильность плохая, низкая, мы начинаем страдать. Мы говорим, нет, плохо. У нас начинают мерить по деньгам. А на Западе никто от этого не страдает. Там другие каналы этой вертикальной мобильности. И главное, что им кажется, что ничего страшного нет в том, что у кого есть деньги, тот получает лучший доступ к образованию или вообще к какому-то статусу. Да? Ну а нам-то по-прежнему хочется. И это не коммунистическая идеология во мне говорит. Это говорит во мне то, что во мне спрограммировала вся наша история, где все время подчеркивалось, вот вам Ломоносов пришел и приехал из Москвы. Это хорошо. Вот маршал Жуков был крестьянским ребенком, стал маршалом. И это хорошо. Человек своим трудом, своим талантом должен иметь возможность совершить карьеру. В этом смысле я программирую, когда это рассказываю, воспроизвожу. Я программирую, конечно, будущее в том смысле, что я хочу, чтобы и в будущем ценность вот этого оставалась, а вот это табуировалось. Мы задаем систему координат на будущее. И в этой системе координат верность, честь, совесть, достоинство, свобода и демократия, любовь – это все статусно, а предательство – это все маргинализируется.